она. Оля, как всегда. Спайдермен. А вы говорите Комсомольск. А вы идете фотографироваться куда-то, да? Ну да, я фотографируюсь, и дни хожу. Хорошего вечера. Спайдермен, да, Человек-паук. Посмотрим водичку. Каков красавец! Вы только посмотрите на этого красавца! Задний ход дает. Хочу посмотреть, куда он придрейфует, где он причаливать будет.
7:30 времени сейчас. Смотрите, сколько мотыльков, я их обожаю. Однодневки. Однодневочки. Говорят, 12 часов идет из Николаевска. Поднимается на крыльях над водой. За счет этого увеличивается скорость. Сейчас он садиться будет. Видно, нет? Смотри, не хочет садиться. Все, пошел. Капитан Князев. В лучах заката. Подышать солярочкой свеженькой. Ух, хорошо как. Ну вот уровень воды, смотрите. Я бы не сказал, что критично.
Надо спросить, сколько он идет, мне прям интересно. Скажите, пожалуйста, сколько он идет с Николаевска по времени? По времени сколько идет с Николаевска? Двенадцать часов получается. А вы с Богородского, да? Да. 7 часов идет, да? А во сколько отходит с Богородского? Вообще он выходит в одиннадцать. Ну, в начале 12-го. Спасибо. Хорошего пребывания в славном городе Комсомольске. Странного. Славного. Замечательного. А туда что, загорать ездили, да? Часов, как от Москвы до Кубы на самолете. Давай поднимемся по лестнице, посмотрим, как там народ отдыхает. Thank you.
отдыхает народ, красиво, что сказать. Сейчас я развернусь, еще раз прокачусь. Thank you.
Вадик. Не, на этом не обгонишь, тяжело обогнать. А? На этом тяжело обогнать. Покупай большой себе. До свидания. Thank you.
Проспект Первостроителей навстречу закату. Друзья, всем желаю шикарного вечера, отличных выходных, ярких, насыщенных субботы, воскресенье и пятницу разгадится. Скоро увидимся. Всем пока.
пирожное раз... привезли. Привезли черничное, да? Да, да, да. Зайду к вам скоро. Завтра. Я его за раз съедаю. Ну вот, привезли, я специально для вас заказала. Цена 303 за 900 грамм, да? Пломбир. 900 грамм, да. Заказала. Шикарно, шикарно. Оно как йогурт. Да, оно вкусное, оно достаточно. Завтра зайду, спасибо. Thank you.